Всем привет! Наша пушка из пробки готова, и как я и обещал, сегодня мы будем ее заряжать. По просьбе моих подписчиков, запальное отверстие в этой пушке я сделал сверху. Для того, чтобы зарядить, нам потребуется коробок спичек, листочек бумаги и вот такой нехитрый инструмент, чтобы снять серу со спичек. Можно снимать ножом, можно руками, можно пассатижами. Кому как удобно. Для запала я использую кусочек фитиля. Как делать такие фитили, я уже не раз показывал на своем канале. Кому это будет интересно, можете поискать и посмотреть. Такой фитиль изготовить совсем не сложно. Итак, приступим. Отодвинем нашу пушку и будем издеваться над спичками. Я не буду утомлять вас всем процессом изготовления горючей смеси для этой пушки и прерву ролик. Итак, изничтожив примерно половину коробка спичек, мы сделали для себя заряд. На самом деле стрелять такая пушка может и порохом, и охотничьим порохом, и самодельным порохом, и даже смесью марганцовки и дымовухи. Но лучше всего выстрелы получаются именно из спичечной серы. Она хорошо дымит, загорается достаточно медленно. Вот это ее бризантное свойство как раз позволяет делать хорошие фотографии, хорошее видео, когда пламя из пушки вырывается достаточно далеко. Отрежем кусочек фитиля. Пары сантиметров нам будет вполне достаточно. Рекомендую для начала вставить фитиль, а уже потом засыпать горючую смесь. Тогда фитиль будет хорошо ее воспламенять. Фитилек готов. Давайте засыпем наш порох. А точнее серу со спичек. Такая пушка может выстрелить головками даже от 5 спичек. Но чем больше мы сделаем заряд, тем эффектнее будет взрыв. Поэтому я не поленился и сделал заряд побольше. Спичкой проверяем глубину. И слегка утрамбовываем серу. Итак, заряд у нас располагается примерно вот здесь. То есть пол ствола нашей пробковой пушки мы заполнили. Дальше, конечно, следовало бы применить пыж, но вата и другие горючие материалы не так красиво горят, вылетают не всегда аккуратно, иногда зависают на кончике ствола такой пушки, потому что он неровный. И я от этого отказался. Гораздо интереснее изготовить ядро из кусочка фольги. Конфетная обертка вполне подойдет. Мы сминаем ее в шар. Мнется она легко. И делаем подкалиберный снаряд. Стреляя из таких пушек, иногда я заворачивал в такую фольгу немного спичечных головок. И у меня получалось очень даже интересное, красивое, горящее разрывное ядро. Спичечные головки загорались, и ядро летело, поджигая потенциального противника. Проверяем калибр. Великовато. Укатаем наше ядро. Оно же будет являться одновременно и пыжом. Для того, чтобы оно стало более ровным, я покатаю его по столу. Раньше так на сковородках катали дробь. Ну вот, достаточно гладкое ядрышко хорошо разместилось в стволе нашей пушки. Ну вот.
пушки заряжены, пора делать мишень и стрелять.